обычное русское фэнтези. Семья притолкалась с работы. Толкайся. Посмотрели на ночь семейку Адамс, легли спать, а ночью их разбудил телефонный звонок. Муж взял трубку. Алло! Чё? Какое будущее? Нинка! Тут из будущего звонят. Никого я не вызывала. Алло! Она никому не заказывала. Чё? Нинка! Она спрашивает, какой у нас с тобой номер телефона. Чего? Номер телефона она спрашивает, какой. Я тебе всегда говорила. Ага. Забыл номер. Вспомни свой дневник. А, вспомнил. 222-2222. Чё? Нинка, я ж тебе говорю, из будущего звонят. Можно о будущем узнать все, что пожелаешь. Сейчас, минуточку, уже спрашиваю. Господи, вот как надо умный спросить, так в голову одни мутюки лезут. Нинка, давай вопрос. Только главный, пока я вспоминаю, что хотел спросить. Они нас своими звонками голыми и босыми оставят. Да. А кто за звонок платит? Бесплатный. Всего 5 минут. Нинка, слышь, бесплатный всего 5 минут, а? А может, кто шутит? Кто? Кто? Тут Зинке звонили, спрашивали. Ага. Вы еще не беременные? А нам еще нет. Они говорят, тогда мы идем к вам. Так это дурочка с переулочка. На целую неделю отгулов набрала. Ждала, когда придут. Зинка твоя тут при чем, а? Ну, Зинка-то при чем? Тут же умный нас спрашивает, понимаешь? Умные. А, о, скажите, а какой у вас там прожиточный минимум? Ну, минималка у вас там какая? Ну, смертность у вас высокая или так себе? Ну, отчего смертность? Нинка, отчего смертность? От стоимости ритуальных услуг. Да. Ой, то есть нет, не считается. Скажите, а почем у вас там? Вот почем у вас там? О! А почем у вас там пиломатериалы? Ну, брус. Ну, куб обрезной доски. Нинка. Алло, он спрашивает, с проституцией у вас там как? Да ты что? Тут же умные надо спрашивать, понимаешь, умные. Алло. На. Алло. Давай. Алло. Спрашивай. Про все можно спрашивать. Да про все, я же тебе сказал, про все. А интимное можно? Тогда вопрос. Его брат деньги отдаст? Да. Ну, брат, ты здесь при чем? Брат, умный же надо спрашивать, понимаешь, умные. Это умные. $142.50. Это умные? Кстати, о деньгах. Ну-ка, дай сюда. Скажите, а куда у вас там рубли вкладывают? В доллары или в евро? Куда вкладывают? В Golden Lady? Нет. А что это такое? Golden Lady, а? Швейцарский банк. Алло. Чернявый такой брат. Опять? У него же магазинчик. Свадебные наряды, писсуары. Аксессуары, дура. Нет, скажите, у вас там тоже братья? Долг не возвращают. Опять вот. Ну, чернявы такие кубери. Не слушайте ее, слушайте меня. Дай-ка сюда. С белорусами объединились? Поняла, что надо спрашивать-то. Умные надо спрашивать. Беларусь. Страна такая. Имени трактора. Объединились. А трактористом у вас кто? Кто?
вот кто. Алло! Алло! Ну давай, 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 давай. $142.50. Ой, это... Одной бумажкой. Что? Зеленая такая, коричневого цвета. Что? Она говорит, он уже давно отдал. Кто тракторист? Игач! Где деньги? Да какие деньги? $142.50. Ой, вот опять. Скажите, куда он деньги дел? Что? Она говорит, ты на эти деньги своей лысой шваброй парик купил, олигарх. Какой парик? Из выдры. Ну, спасибо, что позвонили. Не стоит благодарности. Скажите, я вот хочу еще при нем. А. При живом спросить. Я от этого Мухтара уже ушла? Или старею прямо на глазах? К Славику, говорю, ушла? Ты счастливая улыбка на вещах. Что? Какой Славик? Скажи, что? Нет? Ну он же клялся, что бросит свою лохудру. И гадалка гарантировала трехступенчатую защиту. Скажите, у вас там заикание лечит? А то я ей сейчас такое скажу. Подожди, скажите, а как у меня со Степаном Петровичем? Че? Ну гадалка же обещала отводить похоть соперницы. Какой еще Степан Петрович? Ты чего? Подожди, скажите, а с кем же я теперь там? Со своим обмылком? О, вот это правильно! Вот. А Славик с кем? Со Степаном Петровичем? Как это? И у них в ногах растут березки? А, вспомнил, вспомнил, дай, кстати, вспомнил. Скажите, мы в круиз-то поехали, а? Ну, в круиз. Ну ты что, не знаешь, что такое круиз, да, Нинка? Круиз вокруг парохода! Да, там еще в рекламе было. Пришли три крышечки и езжай на Ибицу. Ну на Ибицу. Ты что, не знаешь, что такое Ибица, да? Нинка! Остров такой! Да, еще в рекламе было. Езжай на Ибицу, и она вздыбится. Хорошо спасала, вдруг вам нравится. Да. Что? Нинка, она говорит, что нас послали. Что ж мы с этим поехали? Да не туда. Нас просто послали. Так собирайся и поехали. Куда? На Ибицу. А вот только крышечки захвачу. А сейчас с ними разберусь. Ну, сейчас они у нас увидят, как Ибица вздыбится.